Надзвичайно рада вітати всіх глядачів телеканалу «Київ». На календарі четвер, 7 квітня, 13:10. І ми традиційно у цій порі зустрічаємося з вами у прямому ефірі програми «Громадська приймальня». Перш за все, хочу всіх щиро привітати із сьогоднішнім світлим святом, святом Благовіщення. Бажаю кожному з вас, шановні глядачі, любові у душі, віри у серці і злагоди в суспільстві. Хай до вас приходять тільки благі звістки, адже у нас час кожна хороша новина є особливо цінною і важливою. Ну, а ми будемо намагатися надати вам якомога більше корисної та практичної інформації, і я вже готова розказати, на які теми будемо консультувати вас сьогодні. У другому блоці поради лікаря ми будемо відзначати Всесвітній день здоров'я і розкажемо, як правильно розпочати здоровий спосіб життя. У третій частині експерт з приготування кави розкаже нам про те, як обрати справді якісну каву і які є способи приготування цього напою. О 15:15 ми незмінно зустрінемося з вами у депутатській приймальні. Сьогодні до неї завітає депутат Київської міської ради Михайло Іщенко, представник депутатської фракції «Солідарність», член постійної комісії Київради з питань власності. Пан Михайло є представником округу номер 34. Це у нас житловий масив Троєщина. Тож, будь ласка, Деснянський район, ми будемо раді чути ваші запитання. Розпочинає наш ефір, як завжди, великий блок юридичної консультації. Сьогодні ми говоримо з вами про здачу житла в оренду і нагадуємо, що необхідно знати орендарю та орендодавцю. Вже за мить. Для багатьох жителів столиці квартирне питання залишається актуальним. Осилити купівлю квартири в нинішній економічній ситуації нелегко, тому і навіть корінні кияни часто змушені знімати житло. Які нюанси слід обов'язково врахувати при оренді квартири, нам сьогодні розповідає генеральний директор юридичної фірми Євген Лосовський. Пане Євгене, добрий день. Дуже рада вас вітати в нашій студії. Дякую, що завітали до нас. Отже, я нагадаю, що номер телефону прямого ефіру 223-0971. Прошу, шановні глядачі, ще раз нагадую, ми сьогодні говоримо про оренду. Всі запитання з приводу оренди квартири, оренди, можливо, юридичних осіб вас цікавлять. Всі питання вже готові від вас почути. Ще раз нагадую номер телефону 223-0971. Отже, пане Євгене, хочу почати з того, що от раніше ринок в Україні, так, оренди, був досить таким диким і неврегульованим. От досить рідко було можна зустріти такі більш-менш цивілізовані відносини, так, між орендодавцем та орендарем. Як зараз? Ситуація змінилася? Ну, прежде всего, хочу тоже поздравить сограждан Украины с великим праздником, Благовещением. И хочу кратко сказать, чтобы каждый дождался той благой вести, которую ждет он и его близкие. Так что всем благим вестей каждый день. С праздником, дорогие. А по поводу рынка аренды жилья, недвижимости, коммерческой недвижимости, вы, конечно, абсолютно правы. У нас он имеет достаточно короткий срок формирования. Что там, господи, с 90-х годов и до сегодняшнего дня, там каких-то небольших пару десятков лет. И сказать, я буду немножко в данном случае пессимистичным, и чем более оптимистичным по ряду иногда других наших выступлений. Потому что как раз аренда жилья, она, ну, точнее, не просто жилья, а недвижимости и какого-либо там коммерческой или жилого помещения, она сама по себе является очень проблемной операцией. Это вы знаете, как говорят некоторые врачи, что все считают, что аппендэктомия очень простая операция, сама по себе она бытует на население, да? А сама у врачей достаточно сложна по некоторым обстоятельствам. Так и сдача аренды, ну и точнее аренда жилья, она кажется простой проблемой, но очень сложна. Первое. Она не столько сложна по своей форме заключения договоров. И сегодня вот кто нас слушает, я не хочу пудрить мозг всякой фигней, скажем так. Поэтому я не буду останавливаться на, по сути, там, по формам договоров. Я, конечно, пройдусь, но так не очень подробно. Ну, так, больше житево. Да, именно жизненно. Потому что опыт показал, и вся моя практика судебная и конфликтная, скажем там, хозяина с тем, кто арендует жилье, и наоборот, что, в принципе, сама форма договора является существенной, но более является другое. Это подготовка к заключению договора аренды, то есть понимая, что вы собираетесь арендовать. И как иногда в семейных отношениях, и разлучение, то есть расставание по факту окончания договора аренды. Вот это является самым важным. И сегодня рынок аренды жилья и коммерческой недвижимости, он на самом деле не очень урегулирован. И если мы возьмем с вами в процентном отношении рассмотрение в судах общей инстанции, то есть там, где физические лица друг с другом находятся в судебных спорах, точно так же и по договору аренды в хозяйственных судах, там, где юридические лица тоже находятся в спорах. Причем это длится по 3, по 5 и по 7 лет. В чем проблема? Ну, прежде всего, начну с самой банальной, потому что времени у нас немного. Когда физическое лицо хочет
арендовать жилище. То есть для личного проживания. Ну, тут тоже бытуют часто мифы, что необходимо только нотариальное заявление, заверение. Нет, конечно. Специально в соответствии с многими законодательными актами Украины, Гражданского кодекса, можно обойтись обычным, в обычной форме письменным договором аренды без нотариального заверения. Но это вопрос можно, как я сказал. Но желательно, конечно, нотариально заверять. А теперь обоснованно почему. Потому что у многих, к сожалению, даже когда они берут в аренду какое-либо жилье, но с деньгами не очень. Да. А в последнее время, боюсь, что у нас будет все не очень, не очень и не очень, то, что мы видим. Поэтому, когда вы нотариально с хозяином квартиры, например, заверяете договор аренды, прежде всего, многие граждане являются юристами, также многие по своей сути не способны проверять и даже как-то посчитают это мелочным перед хозяином попросить какой-либо документ, попросту стесняются. Да. Нотариус сделает это за вас, конечно. Потому что для того, чтобы договор аренды заключить его нотариально, нотариус проверит, легитимность данного договора, действителен ли он вообще, точнее не договора, а свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи хозяина, кто будет вам сдавать данную квартиру. Далее, нет ли каких-либо отягощений по данному предмету? Ну, представим, вы сегодня только заключили договор аренды, а завтра пришла исполнительная служба и говорит, вы знаете, а вы проплатили на год, на два, на три, так, девочки так. Тяжело работали, студентки тоже проплатили. И поверьте, вы однозначно, потом вам скажут, конечно, в судебном порядке вы можете требовать данные денежные средства с хозяина квартиры, но вам это не поможет по чести. То есть в любом случае квартира будет в исполнительном порядке продана или банком, или каким-либо другим кредитором. Поэтому отягощения будут проверены в данном случае, нет ли ареста на данной квартире, нет ли других некоторых отягощений. Далее, четко будет понимание, что человек, который с вами подписывает договор аренды, он имеет попросту право это делать, а не как часто, знаете, меня берет громадное сожаление, когда я смотрю некоторые тоже эфиры и вижу истории, когда студенты, студентки пришли, снимают, да, им завтра говорят, вы знаете, мой брат подписывал, ну а хозяин я, до свидания. Так. Поэтому увидят, кто хозяин квартиры. Далее, вы увидите, там будет метраж указан, порядок расчета, где и каким образом вы должны передавать денежные средства. Конечно, для того, чтобы исключить какие-либо проблемы и конфликты, в самом договоре тоже будет указан например, расчетный счет, там, карт-счет хозяина, куда вы будете перечислять. У вас, соответственно, остаются следы этой транзакции, квитанции, в электронный реестр. Да. Документы. Поверьте, в данном случае, если вы заключите нотариальный договор аренды, будете правильно платить, правильно я имею в виду с точки зрения формы, не бывает, конечно, там из рук в руки, но если вы уже не имеете возможности, кто-либо спишет, всякие бывают житейские операции, никогда не говорю именно о мошенниках, ну, пожалуйста, пусть он напишет, что порядок погашения оплаты согласно договору аренды обязательно, но ни в коем случае не на деревню дедушки. Иванову Петрову отдал 500 там, долларов или ни в коем случае. То есть за что? Согласно, вроде бы мелочи. Я такой-то, такой-то передал денежные средства в сумме там, 20, там, 10 тысяч гривен согласно договору аренды номер 1 от 15-го такого-то с таким-то, таким-то. В чем лично гражданин хозяин и получил денежные средства. Вы знаете, как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, люди иногда неожиданно да, склонны к каким-то либо обстоятельствам. То есть они могут не вспомнить ну, хозяева. Да, поэтому реестр, куда вы платите. Но мне сейчас сразу зададут вопрос, те, кто смотрит сегодня нашу программу. Многие не хотят, потому что в данном случае, если нотариус по свитче договор аренды, он является налоговым агентом. Так. То есть он должен сообщить налоговым органам, фискальной службе, что договор аренды как таковой состоялся. Угу. И там, потому что человек, который получает денежные средства от договора аренды, это полученная прибыль, то есть вознаграждение. И он его должен задекларировать. Соответственно, он является налогооблагаемым доходом. Многие этого не хотят. Но вы знаете, исходя из того, что на сегодняшний момент я вижу, то, что мы с вами изначально говорили по цивилизованности и нецивилизованности рынка аренды, все-таки многие, уже если не большинство, хотят заключать договор. Сбильшить это, да, да, и в письменной форме, не на словах. Более того, еще один момент, который очень важен, когда многие приезжают, и все, кто сегодня меня смотрит, я вас очень прошу работать с риэлтором, так называемым. Да? Так. Его многие называют по-разному, риэлтор, маклер. Конечно, разная суть, да, агентство, там можно много... Но не об этом сегодня речь. Когда вы работаете с риэлтором, он является у вас, вы заключаете договор, чтобы он вам нашел жилье, он является поверенным. То есть вы ему доверяете. Поэтому у меня просьба.
чтобы вы себя не считали обманутыми. А риэлторы, я уже не буду говорить о том, что вы должны понимать, что это за риэлтор. Угу. Приходить в компанию, которую вы видите, которая имеет свою историю. И более того, он не может быть, опять-таки, договор с поверенным, он тоже не может быть общий, знаете, на деревню дедушки, простите. То есть это должна быть фамилия. Как, что вы в данном случае поручаете этому человеку сделать? Потому что вам скажут, вы заплатили деньги, вам объективно по договору скажут. Через 3 месяца. Вы знаете, мы ваши деньги отработали, да ничего вам не должны. Поэтому в договоре вы должны указать, какую квартиру вы хотите. Ну, плюс-минус, метраж такой-то. На какой улице? Не просто, поверьте мне, там, район там такой-то, такой-то, да? Где вы предпочитаете? Какая оплата должна быть? Должна ли не быть мебель в данной квартире? Uh-huh, uh-huh. В данном случае человек тогда предоставляет вам конкретную выборку, с кем встречался, кого он вам могут предложить. Но, тем не менее, еще раз говорю вам о следующем. Даже если вы заключаете не в нотариальной форме договор, буду справедливый, как рассказал, в нотариальной форме, в ненотариальной форме ключевые вещи, которые вам, не тратьте деньги в данном случае, когда заработаете на свои большие квартиры, дома, чего я искренне желаю, сам это все проходил, тогда уже будете брать адвокатов, юристов. А сегодня, раз мы с вами, я вам советую, прежде всего, потребуйте, конечно, право собственности на предмет, который вам хотят сдать в аренду. Более того, постарайтесь узнать, тем более у вас нет возможности иногда, хотя бы задайте вопрос, не является данная квартира предметом исполнительных действий? Не находится она ли в аресте у банка и нет ли предметом принудительного характера? Хотя а бы как за... это все дознаться? Ну, во-первых, конечно, это очень долгая история. Если мы ненотариально заверяем и пытаемся это узнать, проверить, вы, конечно, можете открыть реестр судебных решений. Вы не, можете часто по фамилии не найти, потому что фамилия хозяин сегодня может быть другим, а полгода назад эта квартира принадлежала, например, супруге, с которой данный гражданин развелся. И она в судебном порядке пытается поделить данное имущество или, наоборот, мужчина, ну, чтобы быть справедливым, гендерная, так сказать, политика. Или мужчина пытается поделить, да. А вас этот вопрос коснется очень серьезно, потому что вы получите, знаете, щепки, которые летят. То есть у вас... Да. Попросту, простым языком, выпрут с этой квартиры, а потом вы будете уже в судебном порядке, что тоже хочу сказать сразу честно, что шансов потом вам пройти судебные инстанции, получить исполнительный лист, забрать свои денежные средства, это крайне сложно, крайне долго и дорого. Поэтому не делайте ошибки изначально. Конечно, вы не сможете проверить все исполнительные службы и все конфликтные ситуации по принудительному взысканию. Но поговорить с соседом, ну кто будет, да, приходили исполнители, ну, то, что по-житейски всегда было верным, да, и, конечно, опять-таки, под договор аренды в письменной простой форме ненотариального заверения вы должны к себе скрепочкой очень аккуратненько положить свидетельство о праве собственности гражданина, который с вами подписывает, его паспорт. То есть в данном случае убедиться, что договор аренды подписывает согласно свидетельству о праве собственности или предмет, ну, любого другого документа, свидетельство там, про спадщину, свидетельство, договор купли-продажи на данный предмет. Поэтому паспорт, свидетельство о праве собственности, договор аренды. И, конечно, в данном случае, если вы не можете чего-либо проверить, с собственником, который подписывает с вами, мы сейчас больше о жилище с физическими лицами говорим, подписание, вы должны попросить, чтобы он написал в данном случае как заявление вам. Оно тоже простое, неформальном таком порядке, свободной форме будет сказать, что я такой-то, такой-то, подписывая договор аренды с физическим лицом, гражданином, таким-то, таким-то, идентификационный код такой-то, такой-то, подтверждаю, что данная квартира не под каким-либо арестом, там, не перебывая, дальше никаких либо действий принудительного характера по данной квартире, в данном случае заявляя о том, что не может быть произведено, по крайней мере, если у вас будет какой-либо впоследствии судебный спор, вы полностью с пакетом документов, соответственно, готовы предоставить... Цей документ буде мати значення? Я вам скажу более того, к сожалению, все, кто идут сегодня в суды общей инстанции, по поводу споров по аренде жилья между физическими лицами. И я вас просто опять-таки уберегаю, дорогие мои жители города Киева и всех городов нашей Украины. Это обычно вот такой клочок бумаги, где написано, что кто-то принял 3 рубля и договор аренды ключи. Угу. Ну или договор, например, на 3 страничках, что такой-то, а сдал не собственник, а сдал его брат.